Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан злится на Берана, спрашивающего, почему он что-то от меня скрывает, и просит его снова научить ее пользоваться оружием. Когда Беран не хочет учить его пользоваться оружием, Дилан возражает, говоря, «Тогда я научусь этому у кого-нибудь другого». Когда Баран говорит, что мы уже воюем с врагом, мы не знаем, кто он, не делай этого, помоги мне, Дилан говорит, что я тоже пытаюсь это сделать, я хочу защитить нас и Чинара. Когда Баран говорит, что борется за свою семью и Чинар, Дилан говорит, что попытка защитить своих близких в неизвестности хуже смерти. Пока госпожа Айхан и Берфин занимаются шитьем, Акиф объясняет Ипеку математику. Берфин же думает, что не хочет скрывать правду от госпожи Айхан и Ипека, но боится, что они обидятся, если он им расскажет, и думает о том, что они скажут. Внезапно ее вещи в сумке разбросаны по полу. Берфин не замечает ее личности, которая спрятана под сиденьем, но ничего не говорит. Когда госпожа Айхан говорит «Хватит, давайте вместе приготовим что-нибудь поесть», Берфин хочет встать. Однако госпожа Ипек и Айхан настаивают и просят ее остаться на ужин. Баран говорит Дилану, «Я понимаю тебя, ты уже защищаешь Чинара, разве ты не понимаешь, как много изменилось, ты должен быть сильным?» Берон говорит, «Да, я знаю, что тебе тоже нужно быть сильным, но ты видел, что произошло на прошлой неделе, и он почти не может закончить предложение». Баран говорит, что защищая Чинара, сохраняя его психологию правильной, вы не сможете предотвратить это, взяв в руки пистолет. Когда Дилан отказывается сказать «Хорошо, я буду держать его только во время тренировок по стрельбе, обещаю, что больше не буду к нему прикасаться», говорит госпожа Берон, она сопротивляется. Дилан говорит «Поскольку дама права, ты не сможешь убедить меня», выглядя таким образом. В этот момент к ним приходит Чинар и говорит, «Мне есть что вам сказать, но никто не должен это слышать, я вырос, завтра мой день рождения». «Дилан очень милый, мы не знали об этом», Баран говорит, «Что ты поговоришь с стариком, я поговорю с Джейдой». Но Чинар говорит, «Мы с Тети отпразднуем мой день рождения тайно в моей комнате». Когда Дилан спрашивает, почему, он объясняет, «Потому что родители не любят дни рождения». Когда Дилан говорит «Хорошо, мы с радостью примем участие в вашем приглашении, чтобы не расстраивать Чинара», Чинар становится очень счастливым, перешептывается между нами и уходит. Когда Берон спрашивает, что это было, Дилан злится, говоря, что родители не любят дни рождения, разве это не день, когда они самые счастливые? Пока господин Баран Кудрет и Тарик продолжают расследовать, кто является тайным врагом, Баран дает Гану Кудрету задание. Несмотря на то, что Тарик говорит Барану, что ему следует идти, Баран советует ему держаться подальше какое-то время и не подвергать себя риску. Но у Тарика Нихата есть другой телефон, Баран звонит Нуману и дает ему задание найти телефон раньше них. Госпожа Хаджер приходит к Тарику и сообщает ему, что сын Нихата прячется из-за страха. Когда госпожа Айхан злится на крошечную ложь, сказанную Ипеком, тетя Берфин права, Ипек советует, что маленькая ложь может перерасти в огромную лавину, и ее не следует говорить. Акиф слышит их разговор и вмешивается, меняет тему и обнимает Ипека, говоря, что он голоден. Берон получает известие о том, что они не могут дозвониться до телефона, а задумчивое состояние Дилана привлекает его внимание и направляется к нему. Когда я спрашиваю ее, что с вами происходит, родитель, которого очень впечатлили слова Дилана Чинара, говорит, «Я не понимаю, почему отец поступил так со своим ребенком». Берон говорит, что если мы пойдем и спросим сейчас, они найдут разные оправдания и проигнорируют это. Когда Дилан Чинар говорит, насколько милыми и невинными они не могут любить, все дети заслуживают того, чтобы их любили, Баран говорит, что мы научим ее, что такое любовь и семья, и защитим ее. Дилан говорит, «Я больше всего хочу защитить ее от отсутствия любви, потому что отсутствие любви ранит больше всего». У Барана по соседству был дядя, который всегда говорил, что дети принадлежат тем, кто их любит, а не тем, кто их рожает. «Мы защитим Чинар вместе с нашей любовью», — говорит он. Пока госпожа Айхан рассказывала воспоминания о детстве Акифа и приятно болтала, она говорит, что мы снова взялись за САС и не давали Айше говорить.
Когда Берфин говорит: «Я очень довольна своей ситуацией, но мне тоже есть что сказать», ей на ум приходят слова Гэжи Айхан: «Я не люблю ложь», и она перестает им говорить, потому что она боится их потерять, благодарит за еду и говорит, что она ей очень понравилась. Когда Дилан говорит, что хочет что-то сделать для Чинара, Баран говорит, что мы не можем игнорировать ее родителей. Дилан говорит: «Я знаю, но мы ее родственники, и нет ничего более нормального, чем думать и хотеть делать ей что-то хорошее». Бэрон говорит, что ты давно не был у терапевта, в последнее время тебе пришлось пережить трудные времена, тебе было бы полезно сходить и поговорить. Но когда Дилан говорит, что чувствует себя очень хорошо и не хочет идти, они мило спорят. Когда Джейда говорит, что ее брат Исмет звонил и просил денег, Тарик говорит, что именно это и произошло среди всей работы. Джейда: «Правда, Тарик, ты должен был подумать о нем, не вовлекая в это моего брата». В конце концов, Тарик расстраивается, когда говорит, что бесплатную работу можно выполнять только в благотворительных домах. Джейда обеспокоена тем, что он сказал, и извиняется перед Тариком, говоря, что на нее очень повлияло то, что произошло, и что она очень боялась потерять это правление. Затем, когда я спрашиваю, где Берфин, я ее сегодня вообще не видела, она говорит, что Тарик снаружи. Когда Джейда говорит об уходе за одеждой, прогулках по вечерам, но принца не видно, она не идет на компромисс с Тариком Берфином и мешает ему говорить, потому что он не хочет слышать ни намека, ни слова об этом. Бэрон делает все возможное, чтобы убедить Дилана обратиться к терапевту. Пока Бэрон просыпается и готовится, он понимает, что Дилан притворяется спящим. Когда Дилана ловят, он говорит, что, кажется, на этот раз я заболел. Когда Дилан извиняется, чтобы не идти, Бэрон говорит: «Я тоже не пойду на обследование». Дилан убеждает себя пойти к терапевту, чтобы Бэрон могла пройти обследование, и встает с постели, чтобы подготовиться. Затем Бэрон говорит себе: «Мне нужно найти запись, которую сказал Нихат. Если так будет продолжаться, Дилану снова станет хуже». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.